В Мариэл стартовал фестиваль национальных культур «Единство в дружбе». В этом году он проходит в 4 районах республики. Одним из первых фестиваль принял город Волжск. В программе «Песни и танцы народов, проживающих в нашем регионе». На сцене Центра культуры и досуга «Звездные» выступили студенты вузов республики, специалисты центров марийской и татарской культуры. Каждый коллектив показал самобытность и богатство своей нации. Уже в эту субботу фестиваль «Единство в дружбе» пройдет в поселке Советский. После его проведут в Оршанке и Паранье. Завершится парад национальных культур в Йошкар-Оле накануне Дня народного единства 2 ноября. Гости праздника смогут поиграть в национальные игры, поучаствовать в мастер-классах и не только. По словам организаторов, фестиваль – это площадка, на которой молодые люди смогут познакомиться с культурой и историей других народов, а также создавать новые дружеские связи.